дорогие слушатели! Сегодня мы представляем вашему вниманию музыкальный спектакль Максима Андреевича Баска по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Все тексты в этом музыкальном спектакле принадлежат тоже самому композитору Максиму Андреевичу Баску. Однако местами он использовал тексты поэтов Серебряного века. Я расскажу вам несколько слов об истории создания этого музыкального спектакля. Примерно год назад наш уральский композитор, возможно, кто-то из вас его знает, Максим Андреевич Басок, предложил нашей школе, школе имени Глинки, которая находится на Уралмаше, вы ее тоже знаете, поставить свою сказку, музыкальную сказку «Дюймовочка». Но содержание этого музыкального спектакля нам показалось таким сложным, и постановка ее практически для нас была несбыточной, поскольку очень много сложных сцен, музыкальных сочетаний, развязок, завязок, и все это было практически нереально. Мы все откладывали, откладывали эту постановку. И вот, наконец, все же настроились, какими-то, возможно, погрешностями, но тем не менее, сегодня мы представляем вашему вниманию премьеру этого музыкального спектакля, которая, может быть, через год обретет ту форму, которой она должна звучать в идеале. Ну а сегодня вы первые слушатели этой нашей постановки. Поэтому, пожалуйста, создайте тишину. Приготовьтесь, и мы начинаем. Oh.
Не знала она судьбы, поворотя не ждала.
Oh, no.
Летние дни тихо убывали.
огней. Все прибрано красиво, и, кстати, так прошло у нас с тобой сегодня. К обеду будет гость. Знаешь, кто к нам придет к обеду? И как вельможа тоже. Летом он и зимой холодной, модный сам богатый, и он высокородный. Черный крот, он ученый знатен, и в пустую слова не тратит. У него большое дело познакомиться лично захотел он. Если б крот, ну потом когда-то захотел бы тебя посмотреть, то, наверное, могу сказать тебе я. Заживешь ты с ним, как фея. Я, конечно, тетушка, гостю буду рада, и вам во всем помогу. Только за крота я не собираюсь замуж, я не хочу вовсе жить под землей. Пришелся ли по вкусу вам праздничный обед? Очень благодарен вам за угощение. Теперь давайте петь и танцевать. Кто вот начнет первым, наверное, хозяйка. Да не говорите, что-то я стесняюсь. Тетя, начинайте, мы вас очень просим. Теперь вы, любезный кровь,
уважаемый Грот, как вы приятно спели! Сразу видно солидного мужчину и завидного жениха. Теперь, Дюймовочка, ты спой нам что-нибудь. Так необычно, я увидеть наконец хочется творить.
Маша, умные слова приятно слышать. Про какой фонтаново чириканье и что оно приносит птице. Холод и голод зимой, много нечего сказать. Приоткрылись.
слушатели, мы благодарим вас за внимание. Принимали участие Жаб и Жабчик, Светлана Станкевич и Роман Минияров. Минияров. Ласточка. Ирина Теплова. Мышь. Бажена Инжеватова. Жабчик Луковникова Алиса. Жук Чернявский Даниил. Крот Михаил Афанасьев. Жабчик, маленький жабчик Савичева Марина. Дюймовочка Александра Гордеюк. Хор инструментального и хорового отделения школы имени Глинки. Жабчики и жуки. Выйдите, ребята, поближе. Пусть вам поаплодируют. Вокальную партию исполняла Плотникова Анастасия, наша вожатая. Оркестр Сусленко Софья и Михаил Афанасьев. Художественный руководитель Наталья Анисимова. Композитор Максим Андреевич Басок. Благодарим за внимание. Давайте еще раз похлопаем нашим дорогим друзьям. Понравилось, да? Итак, да, еще давайте еще похлопаем. Артисты не должны уходить со сцены в тишине. Ну что ж, наш концерт с вами такой небольшой завершился. У нас осталось с вами совсем немного времени на наши внутриотрядные дела, чтобы встретиться здесь, на этом же плацу, уже после ужина, на концерте закрытия смены. Да? Все, спасибо вам большое.